будет зависеть это, как у нас выйдет линия по низу и по фронтону. Она не идеально круглая. Вот, то есть если криво установлен первый лист, то значит она была идеально круглая, вся кровля будет крива. Но также важно перед тем, как делать обрешетку на стропила, померить диагонали. То есть вот от, например, от этого угла диагональ до того угла крыши, да? И также от этого угла крыши до верхнего того дальнего угла. То есть если диагонали не одинаковые, то можно выйти из положения тем, что обрешетку нижнюю немножко вывести вверх или вниз, тем самым добиваясь, чтобы диагонали выровнять. Если диагонали не отличаются по длине, то очень сложно кровлю положить ровно. Это важный момент. Вот, и если говорить о прибивании вот материала типа андулин или нулайн, то прибивать сильно не надо, потому что он эластичный. Вот, и если прибить сильно, шляпки выгибаются в обратную сторону. Крышечки плохо держатся, вот эти, которые закрывают шляпку гвоздя. Вот, лучше через годик, когда кровля уже уляжется, если какие-то гвоздики немножко торчат, аккуратненько шляпку открыть. Вот, гвоздик добить. Гвоздики, потому что они с насечкой, они очень хорошо цепляются. Поэтому они держатся в обрешетке крепко, не выходят обратно, да? Вот, ну сейчас мы потом еще прибьем. Саморезиками прикрутим вот кромочку фронтонной доски этой лицевой обшивочной. Так, другая так.